Ребята, привет! Меня зовут Алина Микуленко, и я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я расскажу 15 фактов о себе. Мне 16 лет, я учусь в 11 классе. Мой рост составляет 1,84 м. Я никогда не летала на самолете, хоть это моя мечта — полетать на самолете, посмотреть на эти облака сверху. Когда мы в этом году ехали уже из Грузии, да, мы были в Грузии, отдыхали, мы проезжали около аэропорта, и там летел самолет. Честно, я даже заплакала. Но такая для меня мечта — полетать на самолете. Это просто. У меня есть две сестры, Наташа и Вика. Старшая — это Наташа, а средняя — это Вика. Все говорят, что мы с моей сестрой Викой, то есть со средней, похожи как две капли воды. И друзья Вики, и все прохожие говорят, что мы очень похожи как две капли воды. И все время спрашивают: вы двойняшки? Ну нет, мы не двойняшки, мы похожи, но не так сильно, а может, мы просто привыкли. Но все иногда даже на фотографии не могут различить, где кто. Я родилась и живу в Беларуси. Мои родственники, все родные, друзья тоже живут в Беларуси. Я ужасно боюсь собак. Это мой страх из детства. Я его приобрела где-то, наверное, лет 12. Если вам интересна эта тема, пишите в комментариях. Я сниму отдельное видео, расскажу, что и как. Я очень люблю путешествовать. Очень. Просто путешествие, мне кажется, это моя стихия. Я все время путешествую со своими родными, с друзьями. Еще никогда не путешествовала, но думала, когда-нибудь попутешествую. Я очень сильно люблю Америку. Моя мечта — побывать в Америке. Да, я люблю Америку, даже не побывав в ней. Да. Но она просто влюбила. Я смотрю влоги американских ребят. Мне это просто вдохновляет. И даже иногда подумываю когда-нибудь в будущем переехать в Америку жить. Еще один очень странный факт. Если кто-то плачет, я начинаю успокаивать этого человека. Я сама начинаю плакать, когда его успокаиваю. Странно. Еще один факт. Если вы не заметили, у меня пушистые волосы. Эти волосы у меня передались от папы по гену. Ну, немножко у мамы тоже немножко такие волосы, но большинство от папы. Мне вот сами завиваются. Иногда это хорошо, иногда так бесит. Я живу в зоне, пострадавшей от аварии на Чернобыльской АЭС. Активный человек. Даже в школе на уроках нас учителя спрашивают с моей одноклассницей, с которой мы сидим за партой, почему мы смеемся. Они думают, что мы смеемся с них. Но мы им объясняем, что нет. Наш учитель сказал, что на выпускном мы им должны сказать, почему мы смеемся. Мы не знаем, что мы скажем. Скажем просто: дурочки. Хоть я и боюсь собак, но у меня своих собственных 4 собаки. 3 больших и 1 маленький щенёночек, который родился в прошлом году. Ему буквально месяц. Я его так долго ждала. А еще я живу в деревне. Это тоже один из фактов. Если вы еще не подписались, подпишитесь, поставьте колокольчик, ставьте пальчик вверх,